Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас домашний обзор. Пришел ко мне девайс вот такой. Катушка Каскинг 3000. Сейчас я распакую, покажу, что там есть и что за катушка, посмотрим. Стоит 1000 с небольшим рублей всего лишь. Покупал на распродаже, вот, на весенний, на Алиэкспресс. Итак, погнали смотреть. 3000 версия. Вот столько, получается, я за нее отдал. Вот. То есть отдал 1251 рубль. Сейчас покажу. Курьер принес на дом. Сейчас покажу. Дошла, кстати, за четверо суток. Сейчас покажу, что там и как. Вот такая коробочка пришла. Написано Центрон. С гарантией. С номером модели. Сделанные в Китае. Сейчас поставлю на штатив. И будем распаковывать, что там внутри. Так, раскрываем. Вот такая катушка. В полиэтиленовой пленке. Ручка чуть-чуть. Сейчас подкрутим. Ну, что тут еще в коробке? Наклейки. Это что такое? Какая-то брошюра. Хрен его знает, надо будет почитать, что за шляпа. Вот, инструкция, ну и больше нет ничего. Кстати, даже шайбочек не положили регулировочных. Ну ладно, это у нас есть там, вот. Нет регулировочных шайбочек, основная инструкция, гарантия и вот какие-то наклейки. Вот. Так, ну ладно. Шайбочки регулировочные у нас другой катушек, от других катушек остались. Проверяем ход, коробку уберем. Ход мягкий, в принципе. Интересно, сейчас посмотрим. У меня 3000 версия. Фрикцион щелкает достаточно. Как сказать? Ну, мягкий. Добротный фрикцион. Вот смотрите, люфтов, шпули практически нет. Минимальные там какие-то вообще, ну, считай, нет. Смотрим люфт самого ротора. Ну, ротора тоже фактически нет люфта. Вот, в ней 10 подшипников. Если видно, ролик крутится достаточно свободно. В нем тоже подшипник. Вот, сейчас посмотрим, под своим весом будет крутиться. Хопа. Ну, то есть катушка крутится под весом лапки сама. Так, стопором, растопором достаточно. Тоже неплохо работает. Покажу вам покрупнее, как она выглядит. Вот такая вот ручка. Весит катушка. Сейчас посмотрим, сколько грамм. Сейчас весы принесу. Так, ну вот и весы. Заработали. Ставим катушку. 3000 весит 261 грамм без шнура. Давайте попробуем еще раз. Сейчас 260 грамм. Ну и третий раз попробуем для верности. Все-таки 260 грамм она весит в 3000 размере. Вот. Я думаю, что этот вариант достаточно неплохой за свои вот эти вот деньги, которые она стоит, 1250 с копейками рублей за нее отдал. Ручка переставляется слева направо, справа налево. Эта штучка вот так вот откручивается.
Ну и можно менять ручку. Вот так вот откручиваете. Просто вот так вот чик вытаскиваете. Вот. И все. И просто переставляете. Слева направо, справа налево. Вот так вот ручка складывается. Сейчас мы ее уберем. В принципе, можно ее сложить. Вот так. Все, получится вот такая вот катушка. На этом обзор завершу. В принципе, покупкой доволен. Брал я эту катушку таскать Dipper Chirp Эхолот. Ну, как бы на рыбалках еще увидите. Шнур придет сегодня вечером к ней. Взял я обычный шнур, четырехжильный 0,3. Вот. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всем удачных рыбалок.